третий месяц осенний, уже поздняя осень, что мы видим на улице? Снег. Снег, да, да. Еще. Деревья какие у нас? Без листьев, да, ну, может, это голые деревья, так мы говорим, да? Скажите, пожалуйста, а погода у нас сегодня какая? Хорошая или плохая? Хорошая. Снежок идет, да? А если мы идем по снежку по-нашему, то снежок какой? Он проваливается, да, и сыро, да, и на улице все-таки у нас как? Тепло или холодно? Конечно же, холодно. Я хочу вам сейчас подарить теплое, хорошее настроение, чтобы оно сохранилось на протяжении всего нашего занятия. Давайте с вами ставим кружок. Кружочек. Ручки опустите. Солнце на небе проснулось. Нам, ребята, улыбнулось. Глазки тихо закрываем. Закрываем. Руки к небу поднимаем. Поднимайте. Лучи солнышка возьмем. Возьмите лучи солнца и к сердечку поднесем. К сердечку. Погрейтесь от этих лучиков. Откройте глазки, ребята. Подарите друг другу улыбку. Подарите. Я надеюсь, что это теплое, хорошее настроение все-таки останется до конца не только наших занятий, но и до конца всего дня. Итак, ребята, я бы хотела вас сегодня пригласить в один сказочный лес. И мы будем путешествовать по сказке. А по какой вы сейчас мне скажете, отгадав загадку? Формой он похож на мяч. Был когда-то он горяч. Спрыгнул со стола на стол и от бабушки ушел. У него румяный бок. Кто же это? Колобок. Здравствуйте, ребята! Вы выполните одно задание. Повернитесь, пожалуйста. Вот к этой карте. А ну попробуйте, ребята, от меня не отставать. И задания несложные быстро выполнять. Сколько елочек зеленых, столько сделайте наклонов. Посчитайте елочки, сделайте столько наклонов. Сколько елочек? Пять. Делаем 5 наклонов. Раз. К спинке ровно. Два. Три. 4, 5. Сколько в небе облачков, столько сделайте прыжков. Сколько облачков? 5. Прыгаем. 1, 2, 3, 4, 5. Сколько на лугу коров, столько сделайте хлопков. Сколько коров? 4. Хлопаем. 1, 2, 3, 4. Приседайте столько раз. Сколько шариков у нас? Считайте шарики. 8. Приседай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот мы с вами и очутились в сказочном лесу. Ой, ребята, посмотрите. Сидит зайка и плачет. Давайте подойдем к зайке. Зайка, чего ты плачешь? Как же мне не плакать, ребята? Бабушка прислала мне письмо. Очень вкусного борща рецепт. А как приготовить, я не знаю, я считать не умею. Ребята, давайте поможем зайчику сварить вкусный борщ. Зайчик, мы тебе поможем, не расстраивайся. Разделитесь на пары. Возьмите рецепт. Каждая пара подходит к кастрюльке, которая у нас лежит на столе. Приходите. Что вообще нарисовано там? Лук. Одним словом, что у нас нарисовано? Овощи. Давайте посмотрим. Что, сколько овощей нужно добавить в кастрюлю, чтобы получился борщ? Набирайте по рецепту. 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Прямо на кастрюльку накладывайте.
5 кружочков. 5. Сложите, пожалуйста, свои рецептики в пустую корзинку. Посчитайте, сколько овощей вам потребовалось для приготовления борща. 3 морковки. Всего овощей посчитайте. 15. У кого еще сколько получилось? 1. Считай. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Ребята, скажите, пожалуйста, главное правило при счете. Какие есть главные правила при счете? Нельзя два раза считать. Нельзя предмет один считать два раза или пропускать. Или пропускать, да. Поэтому получилось у кого-то 20, значит, вы предметы посчитали несколько раз, а у вас получилось 14, потому что вы один предмет что? Украсть. Ну, пропустили, да. Скажите, пожалуйста, вам потребовалось сколько всего овощей для приготовления борща? Сколько? 15 овощей. Что вы можете сказать о числе 15? Она двузначная. Двузначная, да. Почему она двузначная? Потому что одна циферка и другая. Мы используем две цифры для составления этого числа. Еще что мы можем сказать о числе 15? Ну-ка, подумайте, подумайте. Двузначная. А еще что можно сказать? 15. Там 1 десяток и 5 единиц. Молодец. Там 1 десяток и 5 единиц. Или 15 единиц. Хорошо. Молодцы, ребята. Что такое? Поднялся ветер. Ребята, ребята, посмотрите. Сильно ветер сорвал последние листочные деревья. Давайте мы с вами посчитаем. Давайте посчитаем, сколько листиков сорвал ветер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну-ка, встаньте, встаньте. Встаньте, встаньте, встаньте. Давайте сначала повесим кленовые листочки. Повесим кленовые листочки. Угу. Вешаем, вешаем кленовые. В один ряд повесьте кленовые листочки. В один ряд. Ага. Сколько у нас кленовых? 4. А теперь какие у нас остались листики? Дубовые. Дубовые, посчитайте. Тоже в один ряд. 6. Сколько всего листиков, посчитайте? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Найдите это число 10, повесьте на доску. Всего листиков у нас сколько? 10. Сколько у нас кленов? 4. Поставьте на доску 4. А сколько у нас дубов? 6. Что можно сказать о количестве кленовых и дубовых листьев? 6. А количество? Дубовых больше, чем. Кленовых на сколько? На 1. Посмотрите. На 2. На 2. А что можно сказать о кленовых листочках? Они меньше. Их меньше на сколько? На 2. На 2. Какой же знак здесь надо поставить? 4 кленовых и 6 дубовых. Какой знак надо поставить? Меньше, знак меньше 4, меньше, чем 6. Скажите, пожалуйста, а чтобы их было одинаковое количество, что с этим надо сделать? Надо прибавить. Подожди, подожди, мы только смотрим на листики. Что нам надо сделать, чтобы их получилось одинаковое количество? Надо и дубовых, и... Надо еще добавить, немного 2. Немного 2. 2 кленовых надо добавить, чтобы их получилось поровну. Поскольку тогда их получится? По 6. А у нас нечего добавлять. Тогда какой способ? Надо можно 2. Тогда мы 2 дубовых листика уберем. И что у нас получится? 4 и 4. Между ними будет знак? Одинаковый.
еще вот 4. Хорошо. Спасибо вам большое, ребята. Вы мне помогли сварить очень вкусную борщ. Ну а с вами мне пора прощаться. До свидания. До свидания. Смотрите, на нашем пути встретился Бог. Он какой-то озадаченный. Здравствуй, Бог. Здравствуй, Бог. Здравствуйте, ребята. Бог, что ты такой расстроенный? Ребята, я пошел в лесную школу, и мне задали задачи, а у меня не получается их решить. Вы мне поможете? Да. Поможете? Посмотрите, даже тетрадки как у нас. Да? Да. Ну, послушайте. Три яблока из сада ежик притащил. Самые румяные белки подарил. С радостью подарок получила белка. Сосчитайте яблоки, уезжав в тарелки. Вспоминайте, сколько яблок было сначала у ежа? Два. Ну-ка, ну-ка. Четыре. Послушайте еще раз внимательно. Три яблока из сада ежик притащил. Самое румяное белке подарил. С радостью подарок получила белка. Сосчитайте яблоки, уезжа в тарелку. Два. Давайте начнем так. Сколько яблок притащил еж? Три. Еж притащил три яблока. Сколько яблок он подарил белке? Одно. Белке подарил? Одно яблоко. Сколько же яблок осталось у ежа? Как вы узнали? Потому что если одна для трех один, получится два. Хорошо, слушайте внимательно задачу. Две мышки проникли в квартиру, решили попробовать сыру. Тут следом явились подружки, три сереньких мышки игрушки. Кот спал в это время на крыше, про этот не ведая пир. А ну сосчитайте, сколько мышей съели оставленный сыр? Четыре. Еще раз. Две мышки проникли в квартиру, решили попробовать сыр. Тут следом явились подружки, три сереньких мышки-игрушки. А ну сосчитайте, сколько мышей съели оставленный сыр. Как ты узнала? Чтобы прибавить к трем два, получится пять. Сначала было мышек сколько? Две. Сначала сколько было мышек? Две. Две мышки. К ним пришли сколько? Три. Чтобы узнать, сколько всего, что нужно с ними сделать? Сложить. Два. И три. Плюс. Три. Получается? Шесть. Пять. Два. Плюс. Три. Рома. Равно? Пять. Пять. Еще задание. Теперь на внимание. Если съесть один персик, что останется? Если съесть один персик, что останется? Косточка. Косточка. Сколько? Одна. У кого больше лап? У кошки или котенка? Одинаково. А почему одинаково? Потому что у кошки 4, и у котенка 4. Сколько хвостов у трех щенков? Три. Почему три? Потому что три щенка, три хвоста. У каждого щенка по сколько хвостов? По одному. Спасибо, ребята. Вы мне помогли решить задачу. Ну, я смотрю, что вы устали. Давайте с вами немножко поиграем. Садитесь вот здесь, прямо посередине когда. Ветер дует нам в лицо. Закачалось деревце. Покажите красивые деревья. Ветер тише, тише, тише. Листики осенние на веточке сидели. Ветер дул, полетели, полетели, полетали, полетали. Листики полетали, кружились, кружились. И на землю тихо опустились. Тихо. Ветер снова набежал, и листочки все поднял, закружились.
заказала по почте, а я не могу сделать. Вы мне поможете? Да. Поможем? Ну, давайте. Ну, чтобы нам с вами толкаться, потихонечку в правом нижнем углу у меня стоит моя любимая кровать. В правом нижнем углу у меня стоит кровать. Ставь, ставь, ставь. В левом верхнем углу стоит шкаф. Левый верхний угол. В верхнем правом углу стоит телевизор. Посередине берлоги стоит стол. В левом нижнем углу стоит кресло. Таня, в левом нижнем углу стоит кресло. Над столом висит люстра красивая. Над столом. Под столом стоит стул. Все. А на столе стоит бочонок с медом. Ставьте вместе, ставьте, ставьте вместе. Спасибо вам, ребята. Но вот еще письмо мне надо отнести на почту. А почта работает у нас в лесу в шестой день недели. А я не знаю, как он называется. Шестой день недели, посчитайте. Как он называется? Мишка, ну называется суббота. А еще мне надо отнести в 3 часа дня. А я не знаю, где стрелочки должны стоять. Большая на 12, а маленькая на 3. Большая на 12, а маленькая на 3. Угу. Ну все, Мишка, посмотри. Все мы тебе помогли, подсказали. Ребята, спасибо вам большое. До свидания. До свидания? До свидания. Ой, посмотрите. Что-то какая-то расстроена у нас лисичка. Здравствуй, лисичка. Здравствуй, Колобок. Здравствуйте, ребята. Лисичка, ну что ты такое расстроена? Ребята, зима на носу. И мои лисята растеряли все пуговки. А мне надо курточкам пришить. И я боюсь, я не успею. Вы мне поможете? Да. Поможем? Да. Ребята, найдите все по одной пуговке. По одной пуговке. Нашли? Сядьте, пожалуйста, за столик свободно. И давайте курточкам пришьем наши пуговки. Какие у нас замечательные курточки получились, да, лисичка? Вот где-то там у нас сложности были, у кого-то сразу у нас получилось. Но мы не хотим просто так от тебя уходить, мы хотим для тебя сделать портрет. А портрет мы твой выложим в Танзра. Помните, что там Танзра? Открывайте коробочку, определяйтесь по цвету. Держи. Я
уши, чтобы они вам не мешали. Подарки я вам приготовила рассказки по сказке, по которым мы с вами путешествуем.